Владелец имени к своей цели стремится достичь исключительно собственными усилиями, не попадая в зависимость от других. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Открыто высказывает свое мнение, не опасаясь реакции окружающих. На уровне внутренней сущности владельцев этого имени является желание выделиться из толпы, вести активную жизнь, творческое и независимое существование. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.